Закончилась встреча. 2-3. Металлург уступил. Главный тренер Сергей Сергеевич. Пару слов скажите по игре. Ну, хотелось бы, конечно, извиниться перед болельщиками, что проиграли. В принципе, игру, которую можно было бы, ну, как минимум, свести ключи. Как максимум, конечно, выиграть. 2-0 вели. К сожалению, концовка матча потеряли концентрацию. Все голы были забиты, в принципе, из-за того, что, ну, подсели, понятно. Тяжелая дорога. Плюс соперник, конечно, не подарок. Молодая команда, которая бежит, постоянно играет давление. Очень понравилась команда. Думаю, в этом году они нервов попортят многим командам. Хотелось бы отметить, конечно, но прогнозировалось, потому что в первую очередь первую игру сыграли на эмоциях. За счет этого выиграли Коркина, но сейчас, конечно же, игрового тонуса, который закладывается в предсезонке, не хватило. То есть товарищеских игр, турниров, к сожалению, у нас не было, поэтому сейчас как раз обжимаем плоды предсезонной подготовки. Но руки не опускаем, дальше двигаемся, думаю, со временем ход наберем и будем, в принципе, конкурентны для всех остальных команд. Ну, еще раз спасибо за поддержку. Приглашаем вас 29 апреля на домашнюю первую официальную игру в этом сезоне. Ждем вас.